Так, друзья, всем привет! Сегодня будем собирать поплавковую удочку. У меня для примера 7-метровая. Значит, что нам для этого понадобится? Стопорки, поплавок, кембрики, крючок, ножницы и грузило. Поехали собирать. В первую очередь нам нужно одеть кембрики для того, чтобы наш поплавок фиксировался. Есть монтаж скользящий поплавок. Вот мы сегодня именно вот этот будем разбирать. Так, одели один кембрик и на поплавок его верхнюю часть. Так, вот одели. И сейчас нам нужно сделать вторую часть нижнюю. Для нижней части кембрик немножко меньше в диаметре. Все готово. То есть поплавок у нас уже на леске. Двигаем его в сторону. Я использую такие вот стопорки. Все продается в магазине. Значит, берем таким образом и просто смещаем стопорок к леске. Все. Стопорок у нас один есть. Сдвинули его. Теперь, друзья, вот есть вот такие вот груза. У меня просто граммовки нет такой. Я просто взял вот такую вот чебурашку. И сделал ее тоже скользящий грузик. Сейчас, секундочку, не видно ничего. Объясню, для чего это все нужно. Теперь берем второй стопорок. Все то же самое. И перемещаем его. Теперь смотрите, что у нас получается. У нас груз может ездить, да? Если надо его зафиксировать, мы его просто вот ставили двумя стопорками. Так, все у нас готово. Ну и осталось перевязать крючок. Делаем такую вот петельку. И 5 оборотов достаточно будет. Пять, шесть, семь. Обязательно смочим. И лишнее убираем. Ну все, друзья. Получилось у нас поплавок. Значит, грузик. Крючок. Ну и все, и готово. Ничего сложного нет. Пожалуйста, пользуйтесь. Давайте, всем добра.